Так, все, у меня все готово. Вот так вот мы и попали. Я говорю, все, я помылся. Всегда носил.
Что там наш гномик творит? Лёшик, ты в этой шапочке как гномик. Забыл снять. Что снять? Шапку. Такой старичок-снеговичок. Ты будешь колбасу? Ну, порежь, а чё? Лёшка режет колбаску. Чтоб тёпленькая была. Чтоб тёпленькая была. О! Сними ты вот этот сыр с нее. Просто сними. Просто сними руками. Зачем? Ну а зачем она только путается, этот сыр? Ничего не путается. Ну, как хочешь. Съется. Ну, понятно, что съется. Ну, просто сними и положи его на тарелку. Вот так. И ничего тебе не будут мешать. Заодно сыр. Заодно сыр. Что, а тут хвостатая, Лиля? Хватит. Что ты там? Хватит. Что ты там потеряла? Хватит. Да хватит, конечно. Конечно, хватит. Вкусный. Все тут, все услышали, что пахнет колбаса. Дай им по кусочку сырика. Всем. А это лежит деловая такая? Да. Нога на ногу. Ага. Да. Близ. По чуть-чуть. И Варя. А где Варя? А вот она сидит. Варя? Варя, иди. Иди. Она не видит. Она не знает, куда идти. И Лили. Алёшка такой смешной. Гав-гав. Кис-кис, гав-гав. На, ну иди сюда, иди. Как говорят? Положи ей на этот. Ням-ням-ням. Положи. Как собакам говорит. Этим крыса, этим. На. Вылазь из подушек. Блин. Все, девочки, все. У меня тут лепятся. Вот Лешик достал салатики еще. Оливье уже последний. Доедаем. Это сегодня какой? Который день? Сегодня какой? Четвертое, да? Пятое. Пятое сегодня уже? Да. Как пятое? Ну, так на самом деле уже пятое? Ох ты ж, боже мой, и правда пятое. И правда пятое. Ну вот, к Рождеству управимся, все салаты съедим. Хорошо. Во. Ну, фрукты что-то не идут у нас. Ну никак. Ну никак, да. Вот. Кушай, там Варька уже все съела почти. И ты пришла. Не голодная. А я подсыпал. А, ты подсыпал? Ну, кушай, кушай, давай. Кушай. Это уже новая еда? Да? В смысле, да. Может, она не идет, что ли? Да, она и тут так, да, точно так же ела. Не пускай. Не все, наелась? Вот, давай. Второй подход. Давай, лопай. Так, надо вот это убрать, чтобы Васька не дадут не согреться. Не дадут? Никак. Эй, что у нас там? У нас там остался лук. Ой, а что там? Это железка, мне показалось мокро. Под шубкой там. Видите, там шубка теплая. Лук под шубкой. Лук под шубкой. Сетку прям доставай. Это свекла у нас там. Свекла и морковка там еще наша домашняя. И свекла домашняя. Может, свеклу достать? Зачем? О, а что это она почернела, лежала вот на чем-то. Ну, на ее. Она, он. На железке. На железке лежал. Да. Ну, замерз, что ли? Не знаю. Ну ладно, посмотрим. Будем чистить, посмотрим. Все. Там сколько у нас еще сеток осталось? Одна. Одна? А мы три покупали, да, по-моему, да? Да. Одну уже съели сетку лука.
Ой. Это я кушаю. Если бы я не кушал, то... Лёшек ест сырой лук. Вот не той стороной ты берешь, не той. Вон там, с той стороной, да. Вот так. И вот так там поставь. А тепло, видите, в подполе. Было тепло. Проросла это... кусочек колбаски. Украду. Ням-ням. Лиля перебралась уже в другие подушки. Да? Ох и Лиля. Луковицу, да. Там надо... Нет, ты поставь вот так вот к столбу. К столбу поставь. Пускай так и стоит, вот, потому что рассыпется. Хватит? Не, не хватит. А тут мы яблоки. Яблоки наши еще занесли сюда в кладовку. Дай мне ножик. Ножик, что ли? Ножницы. Сейчас. Это... Что? Курям? Да можно и курям, пускай полакомятся. Лучком. О, черненький. Черненький, посмотрим сейчас тогда. Чего тебя -то штормит, блин, вроде не пила. А вот, наверное, потому что не пила, потому и штормит. А шампанское вчера уже допила. Все. Нет, там стоит еще одна бутылка, которую Юрик привозил. Открывать ее будешь? А? Открывать будешь? Не, не хочу. Ладно. Хватит шампанского. А на Рождество, может, откроем. А может, не откроем. А может, не откроем. А может. Все, порядок. Все. Все, управился Лешик. Все, ребята, управилась я с варениками. Ура. Ой, не посчитала только сколько штук. Ну, где-то около 100. О, отнесу. А, курочкам отнеси, да. Отнеси. Обедать? Обедать. Пора. Зашел у тебя еще. По плану. По плану? Не, ничего больше. Все, по хватит. Такую работу сделала. Все, теперь я спокойна. Теперь сыночка есть чем кормить на завтрак. Потому что, ну, не знаю, как там у меня получится. Может, ему самому даже придется готовить. В смысле, сварить, поставить водички. Ну, это он на раз, два, три. Юрик насчет этого молодец. Он сам готовит. Перед Новым годом кухню отмыл. Не, не перед Новым годом, раньше еще. Это он приезжал, когда вот еще прошлый раз говорил, кухню отмыл. Молодец. Да. Молодец, сынок. Я всегда своим хлопцам, вот и старшему, и Юрику тоже приказывала, помогайте, помогайте девчатам своим. Помогайте, потому что знаю по себе, как эта работа домашняя. Ее не видно, вот, но ты весь день крутишься, 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 а не видать. Как говорят, женскую работу видно тогда, когда женщина ее только не делает, перестает делать ее, да, куда-то поедет там или, да, или уйдет. Только тогда видно, что она не делается. А когда вот так вот все, ты утром встал, кушать есть, что кругом порядок, да, чистенько, все, этого всего не видать. Не, этого не видно. Поэтому всегда приказывала, помогайте. Приказывала. Вот. Ну, у нас, папа у нас маме в домашней работе никогда не помогал. Нет. Нет. Но
вся мужская работа была на нем. Мама там не заглядывала, что надо там на улице сделать. Это все папа. На папе был огород, все домашние мужские дела, что-то где-то постучать. Там папа был электриком тоже. Подкрутить, да. Ну, только единственное, что палисадники. Палисадники были на мне. Я всегда занималась палисадниками, выгребала, вот, сеяла цветы, ну, когда уже подросла. Посыпала песочком всегда перед майскими праздниками, вот, тротуар у нас был, да, и палисадник. Вот, и всегда этот палисадник, вот так я там убиралась все, а потом по краешку вот так посыпала песочком. Вот, было красиво и нарядно, деревья побелены, песочком посыпано, чисто, порядок. Ой, как было здорово. Блин, мне так не хватает помощницы, а? Очень не хватает, да. Была бы у меня дочь рядом. Да. Ну ладно. Ой, там, кстати, кто не знает, у Сашки теперь нашего свой канал. Называется «Раскраски деревяшки». Вот. Ну, я не знаю, он высветится так. В смысле, YouTube его покажет в поиске. Ну, если что, спрашивайте, я дам ссылочку. Ой, это не Сашка, это... я не знаю. Р не выговаривает пока. Ну, говорит так вот. В общем-то, понятно. Он там готовил... В основном там он готовил, распаковывал подарки новогодние. Вот. Ну, только не там. Там у него несколько видео всего. Готовил майозина. Банановая майозина. Вот. Пьёзиная кайтошка. Я не могу. Так мне это смешно слушать его. Так что, если кому интересно, да, пишите, я дам ссылочку. Потому что под видео не буду оставлять. Да. Так что так, ребята. Такие вот дела. В общем, на сегодня все мы уже сделали. Я не знаю, что там у меня получится видео, какой длины. Может, пару коротеньких видео. Ну, а что? Ну, ничего не делается. Чтобы что-то снять, надо что-то делать. Правда? Я бы вот могла сесть, конечно, вязать. Но это же вам не интересно. Хочется какие-то действия наблюдать. Не вязание, а какие-то телодвижения. Да, Лешек? Что, не зашел? Дверь. А, не зашел. О чем там? У нас снежок спускается, ребят. Спускается снежочек. Сейчас покажу. Дед Мороз опять... Ой. Дед Мороз опять в снежинках, но уже не так. Что, Алешенька? Сейчас покажу вот в окошко. Там он, снежок. Рыбаки ходили с утра. А, вон там кто-то сидит. Вон там, за деревом. Кто-то есть. Рыбку ловят. Может, завтра пойти посидеть? На рыбалочку? А что толку? Считай, полдевятого жерлицы стоят, я знаю. Откуда ты знаешь? Ну, я смотрю. Ну, ты же не постоянно стоишь. Что, ты вышел, покурил, что ты там увидишь? Да ничего. Ну, вот. Как они стояли, так и стояли. Да, прям. Да нет, сработок не было. Они суетились. Суетились бы. Ну, не срабатывает, конечно, каждые 5 минут. Да нет. Ты полчаса сидел. За полчаса можно... Поймать, что хочешь. И поставить жарлицу на свое место. Так, ладненько. Лешечек, Алешечек. Вот шпротики.
написано. Хорошие, хорошие. Не очень крупные, но нормальные. Ну а зачем они крупные? Чтобы есть. Крупную. Большому куску и рот. Вкусно, вкусно пахнет. Колбасой пахнет. Так, суп погрелся. Ты ложки достал? Достал. Ой, все, закипел прям. А, ложку тебе дай, да. Да. А где твоя? Супчик погрели. Где твоя тарелка, я не знаю. Не знаешь? Нет. Нет. Вот, надо еще разобрать. Вот, разбери. Наливаем суп. Тебе много? Нет, сначала себе. Давай я налью. Конечно, обедаем с телевизором. Вот, оливье последний. Доедаем. Да, Лилюш? Крабового салатика там еще будет на два раза. Ну вот, на вечер, может быть, и на завтра. На завтра. На завтра? Вечером я не ем. А я? Ну, а ты тоже. Да? Что вы говорите? Мандарин. Салка есть у нас, вон, с хреном. Мандарин. Вот этот хрен вкусный, вкусный сливочный. Да. Вкусный. Да. Так, ну, супчик все. Со сметанкой. Все? Все. Все, обедаем, да? Все, да, ребят, мы кушаем. Приятного аппетита всем. Всем, кто по ту сторону экрана кушает, всем приятного аппетита. Да. И мы пошли кушать. Эх, моя любимая. По салатику, да? Моя любимая блюдо. Все.